освобождение от блоков. Перед выполнением данной медитации необходимо обратиться к высшим силам для решения вопроса о необходимости снятия определенных блоков в данное время конкретно для вас. Сядьте прямо. Расслабьтесь. Дышите глубоко и ровно. Вы находитесь в густом лесу. Справа и слева непроходимая чаща. Но вы стоите на еле заметной тропинке. Присмотритесь и идите по ней. Она становится все более отчетливой и шире. Идите и не сворачивайте. Осмотритесь. Лес стал реже и начал превращаться в прекрасный сад. Да, вы в волшебном саду, где возможно любое исцеление и освобождение. Пройдитесь по нему. Теперь у вас много различных тропинок. Найдите ту, которая ведет к беседке. Войдите в нее. Это не просто беседка, которая закроет вас от дождя, ветра, непогоды, яркого солнца. Это хранилище вашей души, которое наполнит вас покоем, умиротворенностью. Посидите здесь и отдохните душой и телом. Успокойте разум и сделайте несколько глубоких вдохов. Мысленно представьте стену из кирпича. Это и есть ваш блок к сложившейся ситуации. Представьте, как раствор растворяется, исчезает, и кирпичи медленно разлетаются в стороны. Перешагните в образовавшееся пространство и увидьте неприятную вам ситуацию, уже решенной благоприятным для вас способом. Возрадуйтесь этому и примите в свое сердце с благодарностью.